Полмиллиона долларов детективу НАБУ. В Одессе депутата облсовета и его сообщника подозревают в попытке дать взятку сотруднику Национального антикоррупционного бюро. В обмен на возможность снять арест со счетов фирмы, которая, по данным следствия, завладела бюджетными средствами, продав мэрии Одессы здание по завышенной стоимости. В НАБУ подозревают, что депутат этот связан с данной фирмой, а подозрение ему объявили сегодня. Ни имени этого народного избранника, ни партийной его принадлежности в бюро не сообщают, и сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.